Жители округа присоединились к региональной экологической акции «Наш лес, посади свое дерево». В Подмосковье ее проводят с 2014 года в рамках всероссийской акции «Сохрани лес». Принять участие может каждый. Детишкам раздолье, и главное, что вот сейчас создадут вот эту красоту. Жители озеленяют жилые дворы, аллеи, парки и скверы. У детского игрового комплекса на улице Гаршина в Томилине в экологической акции приняли участие и взрослые, и дети. Потому что мне нравится природа. Нужно как-то следить за природой и за нашей. Нужно обустраивать, красота. Вместе с представителями управляющей компании и членами совета ветеранов жители высаживают красный клен. Чтобы саженцы прижились, соблюдают все условия правильной посадки. К акции присоединились и люберецкие парламентарии. Первая акция у нас была 17 сентября, и мы это продолжаем, по сути, в ежедневном режиме. Я думаю, это будет только украшение. Все, кто, возможно, этот репортаж посмотрит и задумается, может и посадить свое дерево возле дома, где-то на лужайке. В этом году в округе высадят около 10 тысяч молодых деревьев и кустарников. Экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево» продлится до конца сентября. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.